День города привыкли в Бресте отмечать не просто празднично, а душевно и с размахом. А потому организаторы, подчеркнула Светлана Семашко, постарались сделать программу яркой и насыщенной. Ведь впечатления должны остаться как минимум до следующего года. При этом не забыта и сама суть важной даты. 28 июля 1944 года Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому по доброй устоявшейся традиции этот торжественный день начинается с мероприятий, посвященных увековечиванию памяти героев. Всех брестчан ждем на возложение 28 числа в 10 часов на площадь Свободы к памятнику освобождения и в 11 часов на площадь церемониалов к вечному огню в Брестской крепости Герой. Там тоже пройдут церемонии, они будут расширенные с участием жителей города Бреста, ветеранов, молодежи, общественных организаций и, конечно, Брестского гарнизона. На следующий день праздник будет только набирать обороты. Вечером в пятницу 29 июля в 18 часов всех приглашают на торжественное открытие Дня города. Будет установлена сцена около памятника тысячелетия. И наши брестские артисты, самые лучшие, наши творческие коллективы покажут театрализованное представление. Будет большой концерт, он будет длиться до 10 часов вечера. А вообще гуляния пройдут по всей улице Советской. Вниманию брестчан и гостей нашего города будут многочисленные выставки. Выставки наших музеев, выставки ремесленников, художников. Не будут пустовать и, конечно же, наши площадки музыкальные. Приглашаем в этот же день вечером и к торговому центру «Варшавский», что в Московском районе. Там будет площадка, значит, развлекательная и музыкальная. И приглашаем на набережную. В створе улицы Ленина также пройдут мероприятия, посвященные Дню города. Заключительный день праздника 30 июля, акцентировала Светлана Семашко, обещает стать ярким и фееричным. И снова все внимание будет приковано к центру города. На Советской тоже будет огромное празднество, там будет и дефиле нашего городского оркестра, там будет бал, который так и называется «Бал на Советской». Значит, будет работать различные площадки, на музыкальной площадке довольно-таки продолжительное время будет программа от караоке-клуба «Жемчуг». Своего апогея день рождения города достигнет не только на этой локации. Территория перед дворцом водных видов спорта превратится в одно праздничное пространство с развлекательными и торговыми зонами, аттракционами, спортивными и творческими площадками. Главной изюминкой станет фестиваль моды и стиля «Лукбук». Это будет огромный маркет. То есть будет, значит, представлена торговля, наши швейные предприятия, предприятия Легпрома по Республике Беларусь. И, конечно же, дизайнеры. Будут различные презентации. Ну и основной, конечно, момент – это показ. Показ швейных коллекций наших предприятий и предприятий Легпрома. Давно нужно было показать всему миру о том, какие же у нас замечательные коллекции. Коллекций будет много. Мы рассчитываем, что сам показ будет длиться 4 часа, возможно, даже и больше, потому что очень многие хотят представить свои коллекции. Это коллекции, значит, женской одежды, детской одежды и спортивной одежды. Продолжит фестиваль грандиозная концертная программа, а также дискотека «Радио Брест». Телерадиокомпания «Мир» представит молодых вокалистов, а специальным гостем фестиваля станет группа «Добро», которая порадует позитивным финальным аккордом трехдневной программы. Приглашаем всех брестчан и гостей нашего города на День города Берестия 2022. Мы постараемся сделать все, чтобы праздник был ярким, интересным, замечательным. Вы встретитесь с удивительными артистами, с замечательными людьми, и вы узнаете о нашем городе еще чуть-чуть больше. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.